Они уже боятся. Так, держите камеру. Угу. Всем привет. Можно другую уже попробовать. Зауре, параплан. Компания SkyTransit. Меня зовут Дмитрий. Вас зовут Ольга. Ольга. Будем сейчас взлетать. Будем сейчас бояться. И бояться. Кайфовать. Гора Кудеби. 3006 метров над уровнем моря. А нам сказали, Казбек вырос, да, на 7 метров? Да говорят, вроде да, но я, честно говоря, проверить не могу, я пока не сидел. Берись, езди на экскурсию, замерили. Ну, в общем, замерили. Или туда, или туда, короче. Да, ну с нами никак, у нас занято одноместное. Да, у нас уже все, у нас full house. Включай камеру. Что у них пропал? Нет, у нас. Мы можем стартовать, но будем у нас пропал. Они нам включали. Давайте, ребят, мы вас ждем. Хорошо, хорошо. Сейчас немножко лучше, да? Ну да, такое сейчас. Надо бежать. Лучше, чтобы ветерок сильнее подул. Внизу, я не знаю, как называется здесь эта трасса, не выучила ее еще. Внизу, да, тут такие названия, я сам не знаю. Где детская трасса такая, там три этих посадки. Какой этот, парк какой-то. Трех, это да, посадочная. Вот да, там да. Написано кафе, фастфуд. Очередь такая большая, американцы впереди нас стояли. Ну, да. Они бедные там все уже, это фастфуд, а ты же быстрый, да, фастфуд. Не выдержали, плюнули, один такой говорит, фастфуд, и хихикает вроде бы, какая же там быстрая такая чудища, так медленно все. Да, это не может быть. Я говорю, вы еще в Латвии не были. Давай еще, да, давай, вообще в голову. Заказывать на завтра сразу, да. Чтобы успеть. Я говорю, ну, как не видит. В принципе, ребята бегают, я не знаю, смотри сам там. Ну да, как хочешь, подойдем. Наверное, немножко сильнее отсюда попробуем, будет еще комфортно, чтобы меньше бежать. Завидую. Ну, подтягивай. Завидую. Пойди на хвост хотят упасть. Да я вижу, да, это по-моему на халяву. Ждут, спасут, на халяву сейчас за ногу схватятся. И полетят. Раз и с нами полетели. Или они эмоции ждут? Ну, конечно. А когда вообще лучше с ветром или без ветра? Когда летать лучше с ветром? Когда сильный ветер нельзя летать, да? Если ураган нельзя, тут до 15 метров можно. А, да? Да, тут запас большой. Ну и пошло, и там, смотри, тоже пошло. Поскочу А вот деревянный домик, это что такое? Ой, там непонятно. Люди хотят сделать спасателей. Чтобы они туда ходить не хотят. Вышел, тут ближе. Или работают спасатели в основном там. За, тут, как это случилось. Если что-нибудь случается вообще, не сможет отдыхать. Мне кажется, это весь нормальный ветер. Лучше не будет. Тут очень долго. У нас не дает стоять. А у вас же следующий, да, очередь сейчас? Да, дело не в том, просто я не люблю стоять. Не любите. Давайте спляшем. Все нормально, все отлично. Мы просто ждем. А, он хотел нас потолкнуть? Ну, да. Не, ну пока нам не надо, мы выскочим. Тут легко. Хотя,
когда с парашютом прыгали, там уже страшно. Там толкали, наверное. Там, да, там толкали. Там медленно пошел. Не, ну понимаешь, в чем проблема? Там же самолет улетит, он пролететь может место. Да, да, да. Там надо выпрыгивать, там нет времени ждать. То есть там по-другому. Ну здесь-то как-то. А здесь мы на месте, тут можно хоть целый день стоять. Ну так как вспомним, блин, вообще. Ну правда, в молодости было. Ну, это, конечно, намного страшнее, чем то, что мы сейчас будем делать. Тут и прыгать там... никакой не надо. Тут просто бежим, нас подымет и полетит. А там 3 секунды свободного падения. Дуб один, что ли, называется, парашют. Да, да, да. Они разные. И потом дальше вот. Ну они все дубы. Да. Это точно вот. Падаешь прям с него. Неуправляемое такое. Ну там пассивное управление. Чисто. Управление рассчитано, если ты там уже на провода, то чтобы чуть-чуть там в сторону можно было чуть-чуть так сместиться. Уже вот лаги. Может мы туда побежали или что? Сколько можно? Не издевайся. Здорово. Ты уже следующий, да? Ты уже следующий? Ну да, еще тут. Да, хочется вместе. А как ориентируйся, по каким показателям, где ветер? Ну, видишь, там где красная ленточка, тоненькая специально. И вот там вот точка, она сильная лента, она сильная лента. Это вы привязали, да? Да, это специально для маленького ветра, чтобы это маленький. Все, Ваня, побежали. Давай, давай, нормально. Я так сейчас смешно буду бежать. Куда прямо? Бежать. Бегает смешно по земле, ну так смешно.